Привет, ребята. Ну вот мы вышли на улицу. Вот наш сноу-скут. Сейчас будем испытывать его в деле. Попробуем съехать вот с этой вот горы. Дверь. Закатик. На закате поедем. Вот. Подъем где-то градусов 35. Вроде не бугристая местность. Можно, конечно, с самого верха скатиться, но минус в том, что тут нету тормозов. Так что пробуем сейчас. Первый заезд. Ну вот, в принципе, я еду. Короче, с небольших горок очень классно. Не стрёмно. Но опасно. Если немного крутануть руль не туда, то все. Падаешь сразу. Нету тормоза, опять же. Тормозить надо левой ногой. Или правой. По прямой скользит нормально. Вот. Как ехал в горы, я уже вам показал. Если хотите посмотреть, как я крепил лыжи, то ссылку оставлю в описании под видео. Посмотрите, как там, что там, какие есть нюансы крепления. А я иду на следующую горку. Нюанс какой? Короче, дорога должна быть идеально ровной и гладкой, тогда скольжение классное. Если есть какие-то кочки, неровности, бугры, то тебя трясет, как не знаю на чем. Опасно, короче. Фактически нужна лыжня, и по этой лыжне можно ездить. Ну вот, давайте следующий заезд. Покажу, как я еду. Короче, вердикт. Вещь годная, кататься можно. Но только в шлеме, в перчатках, в защите. Малейшая кочка на дороге вас выбрасывает через руль. Малейший расслабился, не успел вовремя соскочить, поставить ногу, ты падаешь на земле. Детям одних...